Дорогие преподаватели и студенты, поздравляю вас с Днем студента! И сейчас мне вспоминаются слова Наполеона Бонапарта. Невозможность – это слово из словаря глупцов. Все невозможное возможно. Стремитесь к этому, и все получится. 25 января мы ждем вас в актовом зале Курского государственного университета, где состоится церемония вручения ежегодной премии «Успех».